Розы красные, фиалки синие, а моя Аннабель, как лунный свет золотистый. Что это? Ты считаешь меня избалованной? Ты хочешь, чтобы о тебе заботились? В этом нет ничего плохого. Мне нравится, как ты обо мне заботишься. Ты теперь семейный человек? Жена? Дети? Кого ты обманываешь? Фильм основан на реальных событиях. Мы закрываем лабораторию. Извини, но ты уволен. Будешь делать, что скажут, у тебя будет все. Если не можешь сделать это, самое время сказать. С 1964 по 86 год Ричард Куклинский убил 100 человек. Я хорош в своем деле. А как же свидетель, оставленный на месте преступления? Я не убиваю женщин и детей. Ты теперь безработный. Все, дети, идите домой. Мы закрываемся. Минутка есть? Это мой счастливый день или последний? Хочешь стать моим партнером? Ты занимаешься деталями. Я жму на курок. Будем присматривать друг за другом, верно? Ты действуешь за моей спиной? Интересно, что ты говоришь семье, что их отец достойный человек? Я очень тобой горжусь, Рич. Если наши пути пересекутся, я закопаю всю твою чертову семью. Папа? Майкл Шеннон. Вайнона Райдер. Рэй Лиотта. Крис Эванс. Джеймс Франко. Больше тебе не придется бояться ее. Я не знала, что надо бояться. Нет, нет, Боже, прошу тебя! Что ты делаешь? Молишься? Думаешь, Бог услышит тебя? Скажи ему спуститься и остановить меня. Думаю, Бог занят. Не надо, не надо, не надо! Ледяной. С 29 августа в кинотеатрах.